приготовьтесь к началу движения. Включите сигнал маневра. Оцените обстановку. Посмотрите в левое зеркало заднего вида. Напоминаем о необходимости последовательного и правильного пользования органами управления автомобилем. Начинаем движение в прямом направлении. Впереди остановка общественного транспорта. За ней регулируемый перекресток. Запрещающий сигнал светофора. Остановимся. Разрешающий сигнал. Продолжаем движение. Частая смена света и тени затрудняет наблюдение за дорогой, поэтому требуется повышенная внимательность, особенно при выезде из полосы света в затененный участок. Остановимся у стоящего автомобиля. Зеркало. Остановимся. Пропустим пешеходов. Продолжаем движение. Остановимся у автомобиля. Продолжим движение вперед. Убедитесь в безопасности. Начинаем объезд автомобиля. Водитель должен предусматривать возможность появления пешеходов, особенно детей, на проезжей части и в неустановленных местах, и соблюдать осторожность. Впереди регулируемый перекресток. Поворачиваем направо. Запрещающий сигнал светофора. Остановимся. Выполняем поворот. Снижаем скорость. Впереди пешеходный переход. Не забывайте контролировать обстановку сзади. Готовьтесь к обгону автобуса. Убедитесь в отсутствии помех. Выполняем маневр. Объезжая общественный транспорт на остановке, нужно быть готовым к внезапному появлению людей на проезжей части. Продолжаем движение. Занимаем правую полосу. Посмотрите в правое зеркало. Пропускаем автобус. Двигаемся в прямом направлении. В
будем обгонять велосипедиста. Зеркало. Слева помеха. Пропускаем автомобиль. Теперь выполняем обгон. Принимаем вправо. Правое зеркало. Необходимо постоянно быть готовым к неправильным и ошибочным действиям других водителей. Тормозим. Продолжаем движение. Произошло грубое нарушение правил. Мы избежали столкновений, потому что правильно выбрали скоростной режим и были внимательны. Еще раз напомню, выезжая из полосы света на затененный участок, будьте особенно осторожны. На перекрестке повернем направо. Снизим скорость. Останавливается автобус. Объезжаем его. Помните о возможности появления пешеходов. Продолжаем движение вперед. Выезжаем на правую полосу движения. Держите с правой полосы. Правое зеркало. Перекрестком поедем по средней полосе. Оцените обстановку. Перестраиваемся. Останавливаемся. Пропускаем пешеходов. Продолжаем движение. Останавливаемся. Продолжаем движение. Впереди сужение дороги, скорость ограничена. Двигаясь на затененных участках, необходимо проявлять особую осторожность. На пересечении с боковым проездом повернем налево. Зеркало. Поворачиваем. Останавливаемся у места стоянки. Занятие окончено.